Всем доброго утра, ребята. Утро начинаем с завтрака. Антошику яйца, бекон, помидоры себе и курочку уже открыла. Что еще? Хлебчик мажу, куда положу яйца. Натостила уже хлебушка. Антошик уже успел окунуться в море. Говорит, вода прекрасная, прохладная. Сидит сейчас в полотенце, как креол. Креол. Мужчина. Да. И поначалу думали, мы будем у нас на балконе завтракать. Нет, не выдержали. Очень влажно и жарко, просто душно. Поэтому в комнате, правда, у нас еще постель не заправлена. Ничего страшного. Самое главное позавтракать, а потом уже делами заниматься. У Антошика яичница, яйца, ему повезло. У него с двумя желтками. Lucky boy, you have two yolk. Помидорки, бекончик, английский завтрак. Хлеб еще немножко тостов наделала, потому что, ну, мало ли, вдруг захочется дополнительно. Сок выжила свежий. Себе немного бекона. Ну, буду налегать на икру, бутербродик. И сок. Да, и еще чай надо сделать. Хотя мы уже выпили по чашке. Этого рыжего мы уже покормили. Вот он сытый лежит с полным пузом. Ой, какая красота. Хозяин. Не выпускал Антошика. Хозяин. Small. Big one from front door. У нас два выхода из комнаты. Один во внутренний дворик, а второй вот с балкона. И прекрасно. Прекрасное утро. Потому что у нас тучки. И солнце не такое агрессивное. Да, и влажность повышенная. Ну, как всегда, в принципе. В принципе, как всегда. Ой, бабочки летают, птички поют. Какое прекрасное утро. Здесь уже не посидишь в обед, не выпьешь чаю. Waiting for you here. Угу, да. Здесь уже в обед не посидишь и чаю не попьешь. Как прошлые месяцы под таким солнышком. А Антошик собрал все наши компьютеры и гаджеты в рюкзачок и отнесет в машину. Ну, сохранность. Мало ли. Что? Посмотрим, сколько людей в отеле за ночь приехало. Ну, по-моему, вот это... А, вон там в комнате кто-то есть. Пусто, пусто, пусто. Там есть кто-то. И там. Ну и с другой стороны. Он большой отель. Его отелем, конечно, не назвать. Это резорт. Огромный. Ой, как хорошо, ребята. Жарко, конечно. Но так хорошо из-за тучек. Солнышко немножко нам это самое прикрыло. Это розочки. Розочка какая-то красивая. Кстати... Нужно собрать букетик. Когда на обед пойдем обедать, наверное, соберу несколько штучек, на стол поставлю. Потому что у меня есть там, видели, да, букетик стоит? Показывала с завтрака. Ну, это такой пластик. Это я с дому привезла, чтобы глаз порадовать. Но лучше свежих насобирать. Ой, какая красота. А солнышко все равно, знаете, пробивается. Очки нужны. Без очков тяжело. Тяжело глазам. Так, садовники здесь работают каждый день. Смотрите, что здесь творится. Птичий рай. Потому что фиников много на дереве. Сезон открыт. И птички кушают. Да, птички? Скворцы. Ой, как хорошо. Наши места свободны. Ой, и только хотела сказать, музыка не гремит. Гремит. Полотенце нужно взять. Кстати, наверное, сегодня пойду на массаж.
Здесь два бассейна. Это старый был, это новый Infinity. Теперь старый закрыт, но он как закрыт? Неофициально закрыт. Здесь плавают, учат дайвингу. А тут для людей. Так, полотенце взяли, да? In our best place, Антоша, our spot. Ты что спрашиваешь, где мы будем сидеть? Мы будем сидеть на наших козырных местах. Ой, что-то дядька делает. Ага. Чистят от... Вот они, наши козырные места. Это самые лучшие. Что такое? Что? Какашечки? Ничего страшного. Сейчас. Решили с Антошиком на море быстро сходить. Он-то уже был с утра, а я-то еще там не была. Я хочу попробовать. Ой, ребята, не знаю. Может быть, еще и дождик покапает. Тогда нам просто полностью повезет. А. А. Were you swimming all that time? Not really. А, ну трели бы тумач, да, я вчера очень много плавала в бассейне. Очень много плавала. Пляж пустой. Пока. Завтра будет людей, конечно. Очень много на выходные. Да? Ну да. Ой, ну что хочу сказать, песок горячий, обжигает, потому что некоторые захватили мои тапки. У них-то удобно, они высокие, а в этих вон сланцы никудышные. Песок очень и очень и очень горячий. Ой, морюшка, здравствуй. Здравствуй, морюшка. Да, ребята, есть разница, большая разница. Она прохладная. На несколько градусов, конечно, но есть разница, ощутимая разница. В Дубае, конечно, уже море теплое. А это прям освежающе, прохладненько. Ой, как хорошо. Я, наверное, завтра, если не поленюсь, может, тоже в 6 утра встану, как Антоша. И как прыгну в море, а? Говорит, она еще холоднее утром. Еще не успевает нагреться здесь. Это остров Снупи Айленд. Не знаю, по мне он похож на зайчика-кролика. Но, как уверяют специалисты, это собака, что ли? Антоша, Снупи, it's a dog. Снупи, it's a dog. Which animal, Snoopy, connected? Yes, yeah, dog. Yeah, but to me it's not look like a dog. It's look like a rabbit, no? Funny. Да, с собакой. Ну, какая он собака? Смотрите, какой он красивый, пузатый зайчик. Это не с нашего отеля, это кораблики. Это, я так поняла, это граница, кстати, нашего отеля. Royal M – это новый отель, к нам он не имеет никакого отношения. Наш отель вот двухэтажный, это отель. И шале, идут шале, 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 домики. И студия, там, где мы находимся. Вот, студия, апартаменты. Немаленькая территория, да, отеля? Прекрасная, посмотрите, какой вид сзади, да и спереди тоже. Так что эти кораблики... Они не с нашего отеля, но привозят сюда людей, чтобы они поныряли, поплавали. Здесь очень много кораллов, очень много рыб разных, всевозможных, акул. И раньше, лет 10 назад, очень много было черепах, плавали вот здесь, прямо напротив этого острова. А сейчас все, их нет. Они только за, потому что там, наверное, холоднее вода и людей не сильно так много. Потому что оплыть это остров, это надо
быть спортсменом. Ой, да. Угу, угу. Вижу, вижу головки людей. Самое главное отмыться от соленой воды. Ну, что могу сказать, она не такая уж соленая, как в Дубае. И в Дубае жесткое море. А здесь оно такое впечатление, знаете, что вылили прям целую канистру софтнера, вот этого вот кондиционера. После этого кондиционера для стирки. Вот такая вот очень мягкая, слабосоленое море. Такое впечатление, что я говорю о готовке. Ну, почему нет? В общем, самое главное отмыться сейчас от песка. Тапок потеряла. Застряла. Теперь второй. Что тапки присосались не туда, куда надо. Так, а теперь бассейн. И плавать, 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 пока не устану. Смотрите, какой шикарный бассейн. Так, видео прекрасных гор. Смотрите, как. А там вообще ничего не видно. Кир, смотрите, там вообще ничего не видно. Антош, you cannot see the mountain. Может, действительно дождь пойдет? Мы берили ранее? Как это? Смотрите. Вчера же было их видно, а сегодня вон все это в тумане. Или в точках. Леопард Плейс. У нас первый раненый, ребята. Девушка разбила голову. И вы не представляете. Да, вы не представляете. Ни здесь, ни на этом бассейне. А здесь вместе с детьми на детской площадке. Ну, с одной стороны, да, подскользнуться можно, да? Чё, рот разъявил и упал. Легко. Я тоже вчера вон в горах от страха тоже подскользнулась на камушках. Но я на видео не показала, мне что-то так неудобно стало. Ну ничего, ну немножко поцарапалась, но не до крови, но живая. Ну а там тут, конечно, металлические конструкции. Да нет, легко можно подскользнуться, правда, удариться. Ну вот она мимо нас прошла. Кровь капала. Ее сестра, наверное, это самое обхаживает. Лед попросили, но я думаю, ну да, лед это первая помощь, ну а потом все равно надо что-то чем-то обработать, правильно же? А это мои бабки после вчерашнего падения. Вот бабочка и вот бабочка. Но живая. У нас хорошая новость. У нас внук пошел. Ножками. Молодец какой. Год и два месяца. Поздновато чего-то. Так, а у меня второй заплыв. О, ребята, какая вода холодная. Прохладная. Это хорошо. Ой. Балдеж. Кайфуем. Где наш прекрасный остров? А он здесь. Пляж, море, остров, солнце. Теперь я воды пришла хлыстать. Лед, смотрите, как быстро растаял. С морозилки достала бутылочку. Ничего, хорошо, вода уходит. Жара страшная. Воду надо пить, даже если вам не хочется. А мне очень хочется воды. Хотя вот только вылезла из бассейна, считай. А все равно водичка
вкусная. Теперь Антошек полез. Ну ничего, там маленький порез у нее возле брови. Живая девчонка. Все, выходили свои же.